что вам? Я не покажу. Девушек, я смотрю, я не сниму, это моя форма. Форма моей матери. Моя мама воевала в этой форме. Мама выносила раненых с поля боя. Понятно? Лейтенант Савченко. А можно плакаты полегать? А вперед я вам не показываю. Это мое дело. Нет, ваше дело. Можно полегать? Нет. У нас свобода слова. Нет, я разумею, а что на плакатах? У нас демократическая страна. Нет, у вас плакаты с изображением, я хочу посмотреть. Чего ты пройдем? Шоколадную фабрику заплатили, нормально. Сейчас управление полиции там разберутся. И мы вам оказываем, что вас беспокоит. Я Давайте мы сейчас померяем вам давление, все посмотрим. Никто ничего не будет снимать, просто снимите китель и померяем давление. А какое давление будет? Это моя форма. А давление какое? Давление. Вы говорите, что вам плохо. Должны врачи оказать мне верно? Врачи не могут работать. Пока не включайте, потому что сейчас мешает. Это шум. Не мешайте, пожалуйста. Поширення радянської символіки. Це кримінальна відповідальність 431, прим. 1 статті Кримінального кодексу України. Два мільярди китайців живуть під цією символікою. Вам її ніколи не... Но ми проживаємо на території України. Да. І, будь ласка, присядьте в машину. Ми приїжджаємо до Новопечерського управління поліції. Якщо ви відмовляєтесь... Ви наразі хочете госпіталізацію? Ізвините, пожалуйста. Давайте водичку ми вам даємо. Водичку. Препарати якісь приймаєте? Дякую. Савченко Галина Петровна. Савченко Галина Петровна. Да, лейтенант Советской армии. Присядьте, пожалуйста. Вот так. Устраивайтесь. Да. Присядьте, 80 лет мне, молодой человек. Я вас... 80 лет. Хорошо. Присядьте, пожалуйста, в машину. А я ничего не сделала. Почему я машину? Сейчас будет праздник. На вас на разе радянская символика. На вас находится радянская символика. Присядьте, пожалуйста. Радянская символика? Я в форме советской. Да. Ви самі це підтверджуєте, вірно. Наразі на території України заборонено повсюдження радянської символіки. Я раз слышу. Назнання закону, на жаль, не відвільняє вас від відповідальності. Присядьте, будь ласка, в автомобіль.
уберите руку, мне людей хочется видеть. Вы будете видеть людей. Да кто такое сказал? Читайте, будь ласка, законодавство. Ну кто вас такое сказал? Вас на радио есть можливість прочитати інтернет? Да есть, конечно. Читайте 431. Да не запрещено. Читайте, людина відмовляється. Я сняла головну медаль. Это не юбилейные медали, это не боевые. Да какая разница? Вы боевые медали, дайте я расскажу. Пишите, руку уберите. Что? Вы понимаете, что перед вами находится свой? Пожалуйста, вы меня загораживаете. Это не Не провоцируйте! Может, там давление померить? Да, померите давление. Не надо мерить. Да, пускай машину отпустите! 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 Зачем это ее форма, ее родная форма? Да это не радянская, это ее форма родная. Вам Да ни хера, блин, вообще охерели. Давайте перейти эту машину нахуй, уроды, блядь. Что ты, блядь, чего? Не трогай деда! А ну деда не трогай, блядь! Сколько я набрал, сука! Да держи, ну давай. Все разошлись. Олигархи, вы сука. Это я. Такое дело.